Так, вот так выглядят кронштейны переднего крепления переднего бампера на УАЗ-2101. Вот, возможно, кому-то понадобится эта информация. Вот так, не выглядит. Ну, сам процесс, как это все менять, я не буду показывать. Там неудобно снимать под машиной. В целом ничего сложного нет. Откручиваем болты от кузова и вместе с бампером и прикручиваем все на место с новыми. Ну все, кратко все. Спрашивайте в комментариях, подписывайтесь, много будет видео до копейки. Вот. Ну и другие видео на моем канале. Всем пока.